Люди долго ждали выхода моей книги «Свет во тьме» на русском языке. И теперь она стала доступна. Вам нужно просто зайти на сайт. Ссылку на него вы видите на своих экранах. Там вы узнаете о том, как вы можете получить экземпляр этой книги. Эту книгу, по моему мнению, должен иметь каждый христианин, потому что из нее вы много узнаете об истории христианской церкви, о нашей истории. Ее можно назвать энциклопедией веры. Итак, заходите по указанной на экране ссылке, и вы найдете больше информации о том, как вам получить экземпляр этой книги.